Привет! Какая бы ни была активность у вас в Инстаграме, все равно и люди к вам приходят. Видите, 2008 подписчиков. Это хорошая активность. Там может быть там 2-3 подписчика приходить. Но здесь они приходят к вам по бизнесу, по тематике. Бизнес, идеи, как заработать. Мой блог, как жить правильно в бизнес. Блог, мой блог, мои мысли, мой блог, мое мнение жизни, мой блог, как зарабатывать деньги в интернете. Так вот, и тут, вот здесь еще есть таплинг. Так вот, тут немножко проблематично, оно открывается. Здесь в телефоне просто немножко проблематично, чтобы безопасность, просто я поставил безопасность, чтобы ссылки так не открывались напрямую. Инстаграм просто не может сделать напрямую, соединить с этим, с Google Chrome, чтобы Google Chrome открывался сразу. Понимаете, он в Инстаграме сделал браузер интернета. И тут немножко неудобно, он работает не особо. И вот что получается, смотрите. Вот такие вот именно аккаунты по бизнесу можете создавать, рассказывать. Только рассказывайте четко людям. Как? Какая ваша цель в жизни? Первое. Вы хотите быть успешным человеком? Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите быть удачным человеком? Третье. Тут надо было просто, я что-то ошибся немножко. Надо было 4-5. Вы хотите быть счастливым человеком? Как всего этого добиться? Пишите в директ. Вот что вы хотите в жизни. Хотите быть успешным человеком? Вот выберите. Или иметь заработок денег. Люди хотят быть успешным тоже. И заработок денег. Первое нужно сначала добиться успешности, карьеры. Первое. Через чего вы начинаете? Каждое утро просыпаетесь. Думаете, потребности какие у вас? Вы понимаете, пойти помыться в туалет, пойти покушать. Потребности всегда есть. Вы это понимаете. Это самое главное. У вас хватает 1 час времени? По-любому. Даже если вы дома остаетесь, сидите целый день, тоже у вас время есть. Но вы продумайте. Цель в жизни какая у вас? Да блин. Цель в жизни. Главное, что вы должны это продумать, прочувствовать. Вот. И вы должны понимать, что вы должны добиваться чего-то в жизни. Если вы этого делать упорно не будете, что к вам придет в жизни? Что? Мысли о проблемах? Ой, там плохо. Мысли о деньгах? Мысли о том, что кредиты, если вы не будете расплываться. Вот и думайте. Развитие всегда нужно сначала продумать свою жизнь. Какие у вас минусы? Какие вы внутри человек, в душе? В душе, запомните, такой же вы снаружи. Вы все выплескиваете. Знаете, вот как в армию. Если человек не уверенный в себе, его по-любому забирают в армию. Как вот сейчас. Плохие вести. Взяли одного человека, псих, можно сказать. И тут произошла такая трагедия. Он перестрелял многих именно солдат. Очень были такие служивые солдаты. И сейчас вот рассказывали об этом. Я даже не понял, в чем проблема. Когда посмотрел новости, так оно и случилось.